Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы с вами возвращаемся на рынки для того, чтобы оценить ситуацию, разобрать основные отчеты, события, инфоповоды, да и, в принципе, посмотреть, как двигались на минувших торгах основные финансовые инструменты. Особенно внимательно на этой неделе мы продолжаем следить за тем, что происходит с нефтью, за тем, что происходит с долларом, евро и британской валюты. Также у нас вот уже совсем скоро в игру вступит еще и канадец, потому что мы готовимся тоже к очень важной статистике. Сегодня буквально, я думаю, что можно уже сказать, что канадцу будет отведена особая роль и значимость на рынке, потому что мы фактически в одном шаге от того, чтобы услышать решение канадского регулятора по процентным ставкам. Нас будет интересовать еще сопроводительные заявления и пресс-конференция. Поэтому для тех, кто соскучился по крутым движениям непосредственно канадца, сегодня у вас будет уж точно не единожды возможность насладиться динамичным движением. И забегая вперед, я позже поясню, с чем будет связана рекомендация, идея. Сразу хочу отметить то, что у канадца сегодня не так уж и много шансов на то, чтобы упрочить свои стоимостные позиции. Более того, я сегодня буду продолжать делать ставку на его снижение, на восходящее движение пары доллар канадец, и усиливать, аргументировать эту идею буду не только определенным прогнозом по поводу того, что мы слышим по ставкам, но еще и сохраняющейся нисходящей динамикой на рынке нефти и долларе, который сейчас активно набирает стоимостные позиции. Посмотрите, как неплохо чувствует себя доллар японской иены сегодня на азиатской сессии. Тоже есть несколько аргументов, которыми можно будет объяснить происходящее в долларе. В общем, у американцев поверили. Я надеюсь, то, что мы все же не будем иметь неприятные возможности вернуться к обсуждению геополитических рисков, которые происходят вокруг Сирии. А, соответственно, у нас не будет с вами оснований снова говорить о каких-то преимуществах, которые есть у защитных инструментов. То есть реальный сектор, реальная экономика начинает снова преобладать, и значит, на передовую выходит статистика и нормальная, логичная реакция на публикуемые отчеты. Давайте мы начнем с рынка нефти. 71.53 – это закрытие прошлого дня, 71.35 сейчас. То есть, как я уже отметил, нисходящая динамика сохраняется. Покупатели фактически остались без мощного триггера, без катализатора. Этот катализатор эскалации напряженности, не будем сейчас говорить о Сирии, просто скажем в целом на Ближнем Востоке, которая, собственно, на прошлой неделе способствовала безудержному ралли, благодаря которому котировки улетели по Бренту в район трехлетних максимумов, поскольку эта самая напряженность вернула на рынок разговоры о потенциальных проблемах, перебоях поставок и так далее. Сейчас не будем уходить в обсуждение того, что и как, и почему это сказывается на поведении нефти. Я разбирал это вчера, кому интересно, можете посмотреть вчерашний брифинг. Собственно, ближневосточный катализатор сейчас уже не актуален. Соответственно, у трейдеров есть возможность вернуться к реальному сектору, показателям спроса и предложения. Пока что, друзья, у нас статистики не так уж и много, поскольку только в среду, то есть сегодня у нас первый важный недельный отчет, это изменение запасов нефти, объема добычи. В пятницу у нас Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Соответственно, говоря про текущие данные, которые будут опубликованы сегодня в 17.30 по московскому времени, я хочу подготовить вас к тому, что в очередной раз будет обновлен исторический максимум. В прошлый раз у нас уже 10,6 было зафиксировано по тем данным, которые мы с вами получили. Те данные, которые разбирали, производство нефти продолжает неуклонно расти и увеличиваться. И напоминаю вам также про последний прогноз администрации. И аналитическая информация уже на предстоящий месяц, на май тоже, ожидается, прогнозируется прирост на 125 тысяч, это только на сланцевую добычу. Мы будем смещаться постепенно сначала в район 10,8 миллиона баррелей в сутки, и там уже будет рукой подать до планки в 11 миллионов. Будьте к этому готовы, друзья. И тут же хочется еще привести один аргумент, почему сейчас нужно все же присматриваться и верить в больший потенциал снижения цен на них. Потому что у нас в пятницу вышел еще и доклад
Международного аналитического агентства, который, да, был для многих позитивным, поскольку в этом докладе были обозначены показатели возможного вероятного роста спроса на нефть, что потребует и большее потребление и так далее. Но Международное аналитическое агентство еще и отметило то, что сейчас избыток мировых запасов, мировые запасы постепенно снижаются и приближаются к среднему уровню за последние 5 лет. То есть это тот уровень, который был обозначен в качестве ориентира для участников аналитического пакта. И делая выводы, можем сказать, что именно эта сделка создала такое долгосрочное основание, благодаря которому котировки все же росли, если проследить медиану, без вот этих катаклизмов новостных и геополитических, котировки восстанавливались. И все это благодаря усилиям тех стран, которые взяли на себя обязательства по снижению добычи. Но в то же время Международное аналитическое агентство отметило, и не только оно, много ведомств, которые оценивают показатели спроса и предложения, что если страны ОПЕК на текущем этапе не остановятся, то есть если они дальше будут действовать в соответствии с обязательствами, и если они снова поднимут вопрос о пролонгации этой сделки уже на 2019 год, то создадут трудности еще больше для самих себя. И первые прецеденты недовольства среди стран ОПЕК, они уже есть. И я думаю, что в ближайшие месяцы мы к ним будем возвращаться. И не буду сейчас говорить про источник информации, но вот буквально пару дней назад я ознакомился с одной очень интересной статьей, которая была, скажем, пропитана идеей, что до конца второго полугодия от энергетического пакта уже ничего не останется. Но мне, как продавцу, возможно, хотелось бы верить в это, хотелось бы верить в то, что страны уже будут в меньшей степени соответствовать обязательствам, и на рынок наконец-таки хлынет недостающее предложение со стороны тех стран, которые сейчас снижают добычу. Но я тоже параллельно еще хочу быть реалистом, поэтому для информации то, что до конца второго полугодия сделка может быть пересмотрена, это интересно. Но пока давайте держать это в качестве такой гипотезы и предположения, но не ориентироваться на факт. Соответственно, если действительно будут прецеденты выхода из этого пакта или, возможно, будет поднят вопрос о расторжении вообще всей сделки, то у черного золота как инструмента финансовых рынков появится такой долгосрочный фактор коррекции. И, собственно, еще подчеркивая, почему у пакта не такое уж и прекрасное будущее, мы понимаем то, что чем больше сейчас нефти добывается в США, тем, скажем, больший ущерб эта добыча наносит тем странам, которые жизненно зависят, собственно, от поставок на глобальный рынок. А Штаты, судя по всему, не собираются, собственно, приостанавливать добычу. Сегодня, как я уже отметил, в 17:30 будет отчет, ждем по добыче нефти в США, обновление исторического максимума, и ждем, что снижение котировок нефти будет продолжено. И вот это постепенное монотонное сползание вниз снова спустя какое-то время позволит нам говорить о возобновлении нисходящего тренда. Единственное, что сейчас может толкнуть снова котировки в район максимумов, которые были зафиксированы на прошлой неделе, это снова факт эскалации напряженности. Но опять же, эта напряженность возможна только в том случае, если коалиция стран Франции, Великобритании и США снова начнут и будут проявлять военную агрессию на территории Сирии. Как вы понимаете, сейчас вероятность этого не так уж и высока. Поэтому давайте работать с текущим микротрендом коррекционным и будем рассчитывать на то, что он перерастет в нечто больше. Рубль 61.56, картина не меняется, ждем такое же монотонное сползание рубля к новым пикам девальвации. Это 64-65, ориентиры, которых можно и нужно придерживаться. Доллар, иена. Понедельник мы начали не очень хорошо. Американская валюта просела. Это даже несмотря на то, что военный удар по Сирии был нанесен, но этот удар не спровоцировал ответных аналогичных действий со стороны России, что многие подразумевали и допускали как вполне реальный возможный сценарий. Эскалация напряженности не произошло. Я бы даже сказал, что конфликтность пошла на спад, соответственно, и у
В целом японской валюты было уже не так много поводов для того, чтобы оказывать давление на американцев. Но в то же время были и другие геополитические факторы риска, они сохраняют свою актуальность, друзья. Я признаю то, что нам еще не до конца понятно, как в конечном счете обстоят новые подробности и в чем они заключаются по поводу торгового противостояния США и Китая. Но будем надеяться, что договорятся и в этом плане. То есть, как и отмечалось ранее, конфликт будет урегулирован, так же, как и урегулированы показатели статьи экспорта и импорта. Поэтому у идеи, в частности, доллар, японская иена, покупка, сейчас все больше и больше документов, почему нужно приобщаться к покупкам именно американца и делать уже меньшую ставку на спросозащитных инструментов. Как и в отношении нефти, я считаю, что сейчас мы можем постепенно переориентироваться на статистику. Доллар дает нам такую возможность, такой повод. Розничные продажи, которые у нас вышли в понедельник, подтвердили рост активности потребителей. В данном случае активность домохозяйств – это залог хороших показателей экономического роста. Активность показателей расходов домохозяйства выросла за счет увеличения расходов на товары длительного пользования. Это тоже хорошо, это серьезные траты. Значит, потребители, которые идут на такие покупки, верят, что ничего не произойдет с экономикой и уж точно ничего кризисного не случится на рынке труда. Поэтому они уверены в своих рабочих местах, уверены в том, что с их доходами ничего не случится. Это очень важно. И у нас есть индикатор, который это оценивает, Мичиганский индекс. Он по-прежнему остается на многолетних максимумах. Сегодня выйдет, точнее, вчера был опубликован еще один отчет по штатам. Это промышленное производство на целых 0,5% против прогноза на целых 0,4%. Ну, что и требовалось доказать. Даже промышленность сейчас на стороне более сильных данных экономического роста. Хочу еще отметить в качестве дополнительного фактора поддержки, это для доллара японской иены, прежде всего для американцев, это комментарии советника Белого дома Ларри Кудлоу, который некоторое время уже отметился позитивными комментариями о том, что США и Китай договорятся. Сейчас, собственно, он несколько пролил свет на повестку, которая будет обсуждаться между Трампом и Синдзо Абе. Это, скажем, двухдневное мероприятие сегодня, последний день. И эта новость пришла буквально под закрытие вчерашней сессии. И, в частности, что будет обсуждаться, это возможность освобождения Японии от тарифов импортных на сталь. То есть сейчас есть определенное послабление у Канады, есть послабление у ряда других стран, которым, скажем, США пошли навстречу. И то, что к их числу может примкнуть еще и Япония, позволяет сделать вывод о том, что позиция США начинает постепенно смягчаться. И, возможно, действительно, США не планируют развязывать торговую войну, а просто действуют именно такими методами, потому что это стиль Трампа, стиль ведения переговоров, немного надавить, припугнуть, а потом договориться и дать все-таки те условия, которые не стали бы провоцировать вовлечение всей мировой экономики в полноценную торговую войну. У доллара и иены, друзья, очень много сейчас хороших поводов для роста. Мы пока работаем и со спокойной геополитической картиной. Давайте отыгрывать статистику, давайте покупать доллар и иену, как и раньше, и давайте ориентироваться на цели уже выше 108. Я думаю, что цель прям минимум, не максимум, я не говорился, которую мы сейчас должны уже отжимать у рынка по паре доллара японской иены, это 110. То есть с текущих уровней 280 пунктов довольно неплохо. Фунт против американца, безусловно, также сегодня будет в центре внимания. Я думаю, что по хронологии именно на британца нужно будет уделить в первую очередь внимание. В 11:30 выйдут данные по индексу потребительских цен. И, как ожидается, этот отчет сможет поддержать британца, потому что мы еще раз, как трейдеры, спекулянты и инвесторы, убедимся в том, что в мае ставки будут повышены. Вчера вышел отчет по уровню безработицы. Он снизился до 4,2%. Это минимум с 1975 года. Заработные платы выросли до 2,8%. То есть они, в принципе, остались на уровне, сопоставимо с позапрошлым месяцем. Но очень, скажем,
важная деталь здесь заключается в том, что зарплаты впервые оказались выше инфляции. Это хороший сигнал для, собственно, экономики Англии. Это хороший сигнал для будущей активности потребителей и хороший сигнал для будущего экономического роста. И это параллельно также и повод того, чтобы Банк Англии не переживал за то, что экономика еще не готова к росту процентных ставок. То есть, действительно, по статистике Англии складывается не совсем тривиальная для аналитиков ситуация, когда какой бы ни была статистика, ее все равно используют для того, чтобы подогреть интересы к фунту и используют для того, чтобы купить британца. Потому что если у нас выходят сильные данные, мы убеждаемся в том, что условия на рынке крайне благоприятствуют для проведения нормальной жесткой монетарной политики. И в то же время, если статистика выходит плохая, прежде всего статистика по зарплатам и инфляции, это тоже причина, по которой мы говорим о высокой вероятности роста процентных ставок. Потому что, как отмечал еще сам Карни, более действенного инструмента борьбы с зашкаливающей инфляцией, чем ужесточение политики, просто нету. Ждем, друзья, сегодня инфляцию. Ориентируемся на этот отчет в 11.30, то есть фактически сейчас 45 еще до него. Ралли фунта против доллара может продолжиться. Сейчас котировки 1.43. И я не удивлюсь, если мы получим повод, чтобы приблизиться к отметке 1.45. Не меньшее внимание сегодня мы должны будем уделить, а может быть даже больше. Ну, это точно справедливо для тех, кто торгует определенными инструментами. Канадский доллар, поскольку сегодня в 17.00 будет озвучено решение по процентной ставке, после чего спустя час 15 состоится пресс-конференция руководства, в частности, пол, за который выставляет данный регулятор. Ставки вряд ли изменятся, а вот что касается пресс-конференции и тона сопроводительного заявления, я допускаю то, что позиция вряд ли изменится. И мы будем работать с точно такой же риторикой, как и раньше. То есть выжидательная позиция превыше всего, риски торговой неопределенности высокие. Также еще не ясно, насколько будет дальше обстоять ситуация на рынке углеводородов, и снова будут выказаны опасения, которые сейчас довольно актуальны для Канады. Это с ростом закредитованности домохозяйства, ростом задолженности и, скажем, ситуация, которая развивается на рынке нефти в плане торгового баланса Канады, которая крайне зависит от поставок нефти в США, но США, судя по динамике показателей импорта нефти за последние месяцы, сейчас все меньше и меньше зависит от импорта нефти, поскольку удовлетворяет потребности за счет собственного производства. Здесь теряет также и канадская экономика. В общем, сегодня мы настраиваемся на риторику нейтрально мягкую, скажем так, риторику, которая будет предполагать неизменность политики, возможно, до конца 2018 года, и это потенциально может стать причиной резкого ослабления канадского доллара. Вот, кстати, сейчас пара находится на отметке 1.2550, но чуть повыше. Я думаю, что если, скажем, обстановка на рынке будет способствовать движению в направлении, которое мы с вами определили. И если наш прогноз оправдается, пара действительно сможет улететь выше отметки 1.27 уже к закрытию сегодняшнего дня. Европейская валюта вчера была уязвлена, скажем так, несколькими релизами, которые, как мы с вами ожидали, оказались хуже прогнозов, хуже прошлых значений. Это оценка бизнес-оптимизма, оценки экономических условий. Ну, наверное, по цифрам не имеет значения сейчас говорить. Важно то, что бизнес-оптимизм сокращается, снижается. Это следствие высокого обменного курса евро. Это следствие изменения показателей торгового баланса и следствие все еще низкой инфляции. И сегодня у нас следом за данными по инфляции в Англии в 12.00 выйдет отчет по индексу потребительских цен еврозоны. Я снова настраиваюсь на то, что индикатор просядет, по крайней мере базовый, а значит я делаю такую ремарку еще на идею, почему нам нужно и дальше торговать мягкую экономическую политику в Европейском центральном банке,
проводимую данным регулятором, поскольку это единственная политика, единственный возможный курс денежно-кредитной политики, который позволяет бороться с низкой инфляцией. По евро ждем, друзья, разворота. Я думаю, что и после вчерашних ЗЮ уже стало очевидно, что евро раздражает многих на таких значениях. И раз уж у нас доллар собрался расти, пора бы ему уже и оказать соответствующее давление на рисковых оппонентов. Австралиец, новозеландец идут вниз. Собственно, идеи остаются прежними. Аргументация тоже неизменной. Также еще хочу отметить фондовые рынки, которые сейчас создают, опять же, хорошие возможности для покупок, но это отталкиваясь на таком напускном позитиве, ввиду того, что у трейдеров появилась возможность выдохнуть из-за того, что эскалация не получила дальнейшего развития и в контексте торгового противостояния, и в контексте той кризисной обстановки, которая разразилась вокруг Сирии. Это очень шаткое, фундаментальное, позитивное начало. Я все-таки напоминаю вам, что мы имеем как-никак самые противоречивые импульсные фигуры, возможно, в истории американского президентства с Трампом, поэтому любое ухудшение новостного фона может тут же стать причиной прежних распродаж. Я вообще порекомендовал бы сейчас от рынков держаться подальше. Особо не верите в то, что квартальные результаты в прошлом квартале были такие классные, как прогнозируют рост прибыли там больше, чем на 17%. В общем, американский фондовый рынок в ближайшие недели столкнется снова с порцией негатива, которая будет создавать условия для возобновления нисходящего тренда и, наконец-таки, смещения S&P в район 2500 пунктов. Я это держу в качестве основного сценария, и, как отмечал, по S&P я именно так и действую. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Увидимся мы с вами уже завтра, как и всегда, в прямом эфире в 9:30 по московскому времени. Хорошего вам прибыльного, удачной торговой сессии. Ни в коем случае не злоупотребляйте с рисками, контролируйте загрузку ваших депозитов. Это очень важно, особенно в условиях столь насыщенного экономического календаря. Всего доброго, до свидания.